Новая электричка свяжет уже в этом году Минске-Гомель, а в авиапарке появятся еще 3 Боинга. Итоги и перспективы развития транспортной отрасли Беларуси обсуждали сегодня в Могилеве. Приоритетными задачами остаются повышение качества обслуживания пассажиров и их комфорта. Как отметили специалисты, в Беларуси в этом направлении сделано немало. Значительно обновлен парк общественного транспорта. Только автобусов стало на 1500 единиц больше. Приобретены 2 Боинга для новых авиамаршрутов. Стали более частыми полеты в Европу и Азию. Но общий объем перевозок увеличился в несколько раз и достиг 3 миллионов пассажиров. Мы в рамках Евразийской комиссии проводим консультации и сближаем наши позиции, чтобы белорусские транспортники работали на этом международном рынке или хотя бы на едином евразийском рынке более успешно. Важными проектами текущего года названо также строительство первой очереди авиаремонтного завода в аэропорту Минск-2 и второй кольцевой дороги.